Студентам и преподавателям филиала Башкирского государственного университета остается только завидовать. Частое посещение учреждения людьми с опытом достигнутого жизненного успеха дает им массу возможностей. Не исключением стал приезд кандидата философских наук, преподавателя головного университета и известного блогера Михаила Бреслера. Гость провел лекции для студентов гуманитарного и технического направления подготовки. Речь Михаила Бреслера была на темы, связанные с его преподавательской деятельностью. Также лектор, будучи известным блогером, поделился знаниями о всемирной паутине. Я очень люблю сети, я в них живу. Я в них работаю. Это область моих научных изысканий, область моей как бы, работы как блогера, и как ученого, и как преподавателя. Мне всегда интересно рассказывать, делиться с теми открытиями, теми вещами, которых я сам нашел или прочитал, и нести эти знания людям, нести эти знания молодежи.